Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю обещанное видео по миниатюрам. Сегодня буду делать леденцы на палочке петушки. Еще в начале года я делала вот такие. Но они мне, во-первых, за большие и хочу сделать немножко размером поменьше. А во-вторых, они мне по форме не очень нравятся. И сегодня вместе с вами хочу сделать другие, ну, так сказать, усовершенствовать их. Вот такой я тоже делала молд. Сразу слепила его из самозатвердевающей массы, потом сделала молд и такие вот делала леденцы. Значит, сегодня я их уже отлаживаю в сторонку и хочу сделать немножко другие. Перед этим расскажу. Олечка из канала Матрошки 65 показывала, что из вот таких шпажек, тут разные бывают наконечнички, она говорила, что бывают и петушки, и вот уже готовые леденцы у нас получаются на палочке. Также она показывала, что из цветочков можно сделать снежинки, но снежинки я делала немножко другие. Вот такая гирлянда ломаная. Я также сделала молд и отливала вот такие снежинки. Так, дальше. Сегодня я хочу сделать вот такого петушка. То есть я тоже посмотрела в интернете, какие были леденцы. И вот так немножко, я там небольшой художник, просто вот так себе прикинула по размеру и вот нарисовала такого петушка. Вот так, чтобы было понятно по клеточкам, какого он размера. И кому интересно и нужно, я оставлю фотографии в разделе сообщества, чтобы лучше разглядеть. Петушка буду делать из самозатвердевающей массы, и после этого буду делать молд для него. Сейчас аккуратненько зачищу и буду делать молд. Также пройдусь вот во всех этих углублениях аккуратненько, чтобы было. Эта масса поддается хорошо шлифовке, поэтому из нее вот эти образцы очень хорошо делать. Эту заготовочку покрою акриловым лаком, чтобы она влагу не впитывала, когда буду делать молд. И не нужно будет смазывать маслом. Она будет хорошо отставать от молда. Массу для молдов делаю на основе силиконового герметика с добавлением крахмала и растительного масла. Как делаю, оставлю ссылочку в описании под видео. У меня снято видео на эту тему, поэтому уже останавливаться много не буду. Сразу буду делать.
Сейчас оставлю на сутки для застывания. И завтра уже можно будет делать леденцы. Так, молд готов. Сейчас отрежу здесь, где должна вставляться зубочистка. Вот это нам мешает. Поэтому вот так вот ровненько отрежу. Сейчас сделаю из самозатвердевающей массы одну штучку. И потом сделаю еще из ваты. И сюда вставлю зубочистку. И еще сделаю из ваты. Так, сейчас положу зубочистку и перекрою дальше. Оставлю до полного высыхания в молде. Вот этот ватный петушок. Сейчас аккуратненько ножничками обрежу. Все. А вот эти, которые самозатвердевающей массы делала, также пройдусь аккуратненько здесь вот по краюшкам. И потом буду окрашивать. Петушки из ваты хорошо зубочистка держится, а вот самозатвердевающая масса, она, конечно, вот выпадает. Поэтому я возьму наклей. Хотелось бы, конечно, сделать максимально похожие на настоящие леденцы, чтобы они были прозрачные. Можно сделать с эпоксидной смолы, но я с ней никогда не работала и ее у меня нет. И знаете, что попробовала я залить горячим клеем. И пока клей был горячий, я капнула капельку колора и размешала. Но у меня ничего видите толком не получилось, поэтому этот вариант не подходит. Значит, я решила сделать так. Залила просто клеем, чтобы он такой прозрачный был. И сейчас попробую его окрасить, но только с одной стороны. Попробую с лицевой и попробую с изнаночной. Посмотрим, как будет смотреться лучше. Остальные просто окрашу. Петушков покрыла лаком. Вот это из самозатвердевающей массы. Такие вот получились. Это из ваты. Из ваты они вообще невесомые.
это из клея. Здесь я покрасила с обратной стороны, а здесь с лицевой стороны. Вот если делать таким образом, то, конечно, больше мне нравится покрасить с обратной стороны, тогда вот хотя бы немножечко вот эта прозрачность сохраняется. А вообще, можно просто купить такой клей, они бывают разных цветов, и сделать, наделать таких петушков. Дело в том, что единственное, желательно, наверное, все-таки для цветных иметь пистолет отдельно, потому что я однажды в свой зарядила желтого цвета стержень, и когда нужно мне было перейти снова на прозрачный, очень долго шла вот эта желтизна. И пока я избавилась, наверное, два стержня израсходовала. И вот сейчас для сравнения, какие были у меня раньше петушки, какие сейчас. Конечно, разница есть. Эти намного аккуратнее смотрятся и больше похожи, чем вот эти. Это были как бы первые мои неудачные совсем. Поэтому этим я довольная. Друзья, если вам было полезно мое видео, подписывайтесь, жмите на колокольчик для оповещения новых выпусков, поставьте лайк, напишите комментарий. А вам желаю крепкого здоровья, всего самого-самого хорошего. С вами был канал Good to Make, я Татьяна. До новых встреч, дорогие друзья!